Здорово, киберспортсмены, на связи я Скилл. Сегодня вы увидите мою тренировку АИМа, как я тренирую свой АИМ и какие упражнения я делаю для того, чтобы хорошо наводиться. Конечно же, сегодня вы увидите крутые фишки от меня и секреты, которые, надеюсь, для вас будут очень полезны. Обязательно перед просмотром этого видоса поставьте лайк, поддержите данный формат гайдов, мне будет очень приятно. Ну и естественно, именно тебе я желаю приятного просмотра, присаживайся поудобнее, сегодня будет крутой и информативный видосик. Ну и конечно же, бро, не забывай о том, что в прошлом видеоролике, если ты его еще не смотрел, обязательно посмотри, я разыгрывал крутой ножик. Все, что от тебя требовалось, это поставить лайк, написать комментарий, ты с этим справился, и итоги этого конкурса, и кто же забрал все-таки ножик, вы увидите в конце этого видео. Поэтому досмотри, может быть именно ты забрал этот нож. Ну и конечно же, в этом видео я тоже не мог оставить тебя без подарка, мой зритель. Сегодня я разыгрываю вот этот вот фэнг, который ты можешь забрать себе. Все, что от тебя требуется, это поставить лайк на данный гайд. Не забывать о том, что в комментариях нужно написать свой ID от Standoff 2. Ну и третье условие, это посмотреть видео от начала и до конца. Я надеюсь, гайд действительно полезный, и ты его с удовольствием посмотришь и подчеркнешь для себя что-то новое и заберешь халявный нож. Почему от начала и до конца? Потому что ты можешь увеличить свои шансы на победу. Потому что итоги я выбираю с помощью специальной программы, которая показывает, сколько раз ты посмотрел видос. Поэтому обязательно посмотри видосик до конца, но мы не будем долго томить и погнали! Let's go. Ну что ж, с чего нам начать? Первое. С определения того, в каком режиме и что мы будем тренировать. Естественно, в игре уйма режимов. Начиная от пустой карты, да, мы можем в ней потрениться, заканчивая полигоном. Естественно, что выбрать, нам непонятно. Сейчас определимся. Мы будем идти линейно, начиная от первого режима и прокачивая свои навыки в нем, заканчивая другим. Сейчас я расскажу поподробнее. Естественно, основной режим это полигон, где мы можем отточить наводку и рефлексы. Именно там мы оттачиваем эти навыки. В КБшке здесь больше ты оттачиваешь механические скиллы, точно такие же, как наводка, ну и добавляются выпады, правильные выпады из-за углов. Ну и самое полезное, по моему мнению, это ДМы, то есть аркады. Естественно, я обычно в своем телеграм-канале хощу ДМ с подписчиками, где мы рубимся на разных пушках и по всей карте. Это очень развивает твой мувмент, позиционирование прицела на карте, чувство самой карты, ты понимаешь, из какого угла может выйти твой соперник, и ты будешь примерно понимать на самой уже игре и привыкать к тому, что твой соперник может выйти справа, например, до угла, и моделька выйдет здесь. То есть ты уже будешь приаимить и понимать, откуда выйдет твой соперник, из-за чего вытекает, что ДМы, то есть аркады, это самая прям эффективная тренировка. Ну и тоже полезной тренировкой будет отработка пиков на пустой карте. Ну что ж, с основными режимами мы решили. Мы определились, что на ботах мы можем тренить свои рефлексы и наводку, в КБшке мы уже более приближены к игре, а в ДМе мы уже оттачиваем на самой карте, которую будем играть в дальнейшем, все выпады, и запоминаем, как будет двигаться моделька противника против нас. Ну что ж, после этого мы переходим конкретнее в игру, и там я покажу свою тренировку на ботах, на КБшках и на ДМах, ну и конечно же на пустой карте. Это моя тренировка стрельбы, и только вам решать, использовать вам ее или нет, или же подчеркнуть для себя крутые фишки, которые использую я. Поэтому, друзья, приступаем и залетаем в игру. Ну что ж, вот мы уже и в игре. В полигоне вам нужно определиться, какие основные пушки вы будете тренировать, начиная от пистолетов, заканчивая фармганами. То есть, например, из пистолетов чаще всего за Т я юзаю пешку. Глок я обычно не беру. То есть именно этот пистолет тебе нужно оттачивать больше всего. Это очень важно, потому что если ты будешь делать упор на все оружия, но ты не будешь их брать, тогда смысл того, что ты их тренируешь. Да, конечно, иногда нужно тренировать все оружия, и по ним обычно я прохожусь во время разминки. Но сейчас у меня тренировка, и это значит, что я оттачиваю навыки именно на той пушке, с которой я буду играть. То есть за Т у меня это пешка, за КТ это ЮСП. Что касаемо дробовиков. Дробовики очень часто используются на дюне. Здесь я обычно беру СМ-ку, ну или же спас, но чаще всего я беру СМ-ку, ФБМ-ку и М60 я никогда не беру, поэтому мне смысла тренировать их тоже нет. Но иногда бывают такие ситуации, конечно, когда тебе могут дропнуть М60, тебе придется играть с ним, но я думаю, как бы потренировать его несколько раз и как бы привыкнуть к спрей-паттерну, это не проблема. Поэтому тоже, да, тренируй. Ну что ж, перейдем к фармганам. Здесь ситуация интересней. У нас есть, помимо досы, у нас на Рутюбе. Где лучшие видосы у нас на Рутюбе? О, у РГГ вышел новый видос на Рутюбе. Они заняли топ-1. Круто получать эксклюзивчик только на Рутюбе. Кстати, киберспортсмены, про эксклюзивный контент. Он ждет тебя
уже на Рутюбе. Именно контент от меня и от команды RG вы можете смотреть там. Эксклюзивные шоу, уникальные проекты, которые ты можешь увидеть уже сейчас, ведь на Рутюбе есть разные крутые шоу собственного производства. А я лично люблю смотреть Битву экстрасенсов. И эксклюзивно на Рутюбе, ведь только там они выходят быстрее всех, в принципе, и как все любые телешоу. И да, кстати, мы все очень любим зависать в телефончике на Рутюбе. И именно для этого Рутюб создал мобильное приложение. Поэтому качай мобильное приложение Рутюб на любой смартфон и пользуйся удобным приложением. Кстати, в приложении есть крутые функции, такие как фоновое прослушивание и функция фонового просмотра «Окно в окне». Такого я еще нигде не видел, еще и совершенно бесплатно. А, еще забыл упомянуть, что Рутюб можно смотреть на любом девайсе, ведь там один аккаунт на все устройства. Кстати, многие меня спрашивают, я начинающий блогер, как мне начать, Саш? Я вам отвечу. Если ты начинающий блогер, то площадка Рутюб позволит тебе воплотить мечты в реальность. Вы можете загружать видеоролики и подкасты, управлять ими, создавать собственные плейлисты, отслеживать статистику, подключать монетизацию, настраивать и редактировать ваш личный канал. Кстати, там большое количество категорий разного контента. Специальная кнопка в топ, которая поможет вам попасть в раздел «Популярное». И забыл уточнить, что крутая модерация ответит на ваш любой запрос. А если еще у тебя верифицированный канал, то твои видео публикуются без очереди. В общем, на Рутюбе одни плюсы. Кстати, забыл упомянуть, что это спонсор нашей команды, и он нас поддерживает во всем. Тебе понравилось? Ну так чего ты ждешь? Переходи на Рутюб, смотри наши видосы и видосы нашей команды RG эксклюзивно на Рутюбе. Ссылочки я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Фармганов еще и М40. Это тоже такой же фармган, который закупается при форсе. Ну, естественно, дигл. То есть фармганы — это по сути такие ганы, которые и при форсе, и при фармраундах. То есть в основном, когда тебе после выигранной пистолетки нужно зафармить эко и поднять себе экономику. Поэтому обычно из фармганов я беру либо же МП7, либо МАК-10, потому что он дешевый и скорострельный. И это тоже зависит от карты. Ну что ж, естественно, М40 я беру, когда у нас до 2К бай. То есть, если у нашей команды эко, или же, например, 3000, да, то я могу позволить себе взять М40, либо попросить его у своих тиммейтов и сыграть с него. Поэтому эту имбулечку я тоже тренирую. Ну что ж, теперь перейдем к вкладке винтового, а именно рифл. Что тренировать из рифлы? Естественно, очень часто беру фал, потому что он дешевый, и иногда, так как я капитан, точнее всегда, я делюсь своим дропом своим тиммейтом. Обычно я дропаю всем, помогаю, стараюсь, чтобы ребята были как бы ни в чем не нуждались. Я играю... В принципе, суть не имеет. Если у тебя плохой байт, ты можешь закупиться либо фалом, либо фамосом. Но сейчас появилась тоже имбулечка, это вал. И валу тоже нужно тренировать. В основном я тренирую калаш, вал и в принципе все. То есть фанфал, в принципе, такой проработки именно аима не требует. Но зажим у него тоже на самом деле серьезный, нужно его тоже тренить. В принципе, то есть я тренирую калаш, вал и из эмок. Какой выбор у меня стоит? Либо эска, либо четверка. На самом деле я сам до конца не определился, какой из этих ганов мета, что из эской, после уменьшения патронов, в принципе, что это читаемо было, да, можно, получается, и с ней играть. То есть ничего не изменилось-то, по сути. Что из четверкой? То есть это тоже имба, но на близких дистанциях. Эска, она такая более дальнобойная, и с ней приятнее играть на дальних дистанциях. Нужно тренировать двенашку отдельно 100%. А насчет М16, если ты ее не юзаешь за КТ, то можешь ее не брать. Если ты ее используешь, то тогда тоже тренируй. Но в основном я делаю упор на эску, калаш и двенашку. Ну и в принципе вал можно потренить. Это все, друзья. Что касаемо снайперок, М110 тренировать я не вижу смысла, но я вижу смысла тренировать для себя авик, потому что условно я с него играю. Также есть М40, поэтому эти ганы я тренирую. Ну что ж, мы переходим к пистолетам. Первая тренировка, из чего я начинаю свою тренировку с юспа, естественно, это разминка. Подвижные цели, низкая, старт. Все, и здесь ты уже тренируешь, так сказать, на бот. Сначала ты переводишься, убиваешь одного бота, потом второго, потом третьего. То есть здесь такая последовательность у меня обычно, что я просто стреляю, то есть те, кто вылазит, я просто по ним попадаю. И желательно это все делать быстро, то есть ускоряться, не медлить и...
естественно, попадать в хедшот. Можно и присесть, можно и пострефиться. То есть я не стою на месте. Я стараюсь, как в игре, то есть именно разминать юспик. Следующая тренировка уже именно юспа. Ты можешь играть на количество. То есть ты садишься сюда в приседе и начинаешь на количество набивать свои киллы с юспа. То есть максимально быстро. Первый, бам, второй, третий. То есть с переводочкой все максимально быстро и на максимальное количество в игре. И, естественно, старайся потом скринить свои результаты, чтобы у тебя здесь было максимальное количество убитых, то есть максимальное количество киллов за определенное, то есть время, за минуту. И уже после этого ты будешь отталкиваться от этого числа. Например, у меня до этого было 13, а после моей тренировки, например, я тренируюсь неделю так, у меня уже стало 16, то есть прогресс есть, и ты будешь видеть его в этом количестве. То, что ты действительно быстро сможешь навестись, бам убить первого, бам убить второго, бам убить третьего, и так, по сути, до своего максимума ты доводишь свою тренировку АИМа. Так, еще раз, именно этот пункт перезаписываем. Ну что ж, после того, как ты размялся на низком, среднем и уже переходишь на высокое, здесь обязательно фиксируй свое значение конечное, которое у тебя покажется на экране. Почему? Потому что здесь ты уже можешь отслеживать прогрессию свою, да, тренировок. То есть, если, например, раньше, да, например, неделю ты вот так вот тренируешься, раньше ты набивал, например, 5, а сейчас, например, 10 после недели, то у тебя прогрессия есть. То есть, потренировавшись вот в этом режиме, ты уже определишь, какое максимальное количество ты выбиваешь после 4-5 попыток. Попробуй просто. Будет оно у тебя 10, то, значит, ты должен с каждым днем увеличивать свой прогресс. То есть в концу недели у тебя уже должна быть стоять задача 15 набивать, да, например. Вот, поэтому обязательно увеличивай свою прогрессию. То есть как минимум доходи до 20-ки в этом режиме. Старайся набивать, старайся перенаводиться, быстро максимально фликать. И тем самым тренируй наводку в этом режиме. То есть здесь как никогда включаются твои рефлексы, наводка. И здесь ты максимально быстро пытаешься навестись на бота. Поэтому, пацаны, это реально эффективная треня, используй ее. Ну и, естественно, то же самое с пешкой. Обычная нажимная подвижная цель, низкая, и после здесь я настреливаю ботов, просто вот так меся, стрейфлюсь, отрабатываю на рефлексах чисто по хедшотам пешечку. Вот, то есть это дает тоже огромный буст. Ну, естественно, после я также ставлю статичный, высокой, и в принципе ничего не меняется. Я иду просто точно так же на рефлексах набивать, максимально пытаться быстро выбить тут, получается, количество, да. И опять же, на количество, на рефлексы я вот здесь вот так вот двигаюсь, работаю, и в принципе вот так вот просто стреляю. Поэтому, пацаны, обязательно используйте эту треньку и взайте ее на пистолет. Что ж, теперь мы переходим к фармганам. Фармганы — это интересно, и многие пропускают именно фармган. Это, знаете, как тренировка ног в зале. Типа, ну что это, зачем тренить дробовик, типа, условно, да? Но я скажу так, я тренирую дробь, если я знаю, что у нас дюна, то я ставлю обычно подвижный, низкое, иду просто реально, ну, тренировать дробь, фармганы. Почему? Потому что фарм раунд, он тоже очень важен. То есть форсы, если ты их выигрываешь, если ты выиграешь пистолетки, форсы и эко, тогда, блин, братан, ну ты забираешь в копилку себе плюс 3 раунда по-любому, 3-4 раунда халя, потому что у тебя потом next будет бай. Поэтому, пацаны, как бы это смешно не выглядело, но я реально набиваю с СМ-ки киллы. То есть стараюсь хотя бы чуть-чуть почувствовать. Там даже можно и распрыгаться. То есть понять, куда именно летят патроны. Это очень важно. Просто почувствовать. Вот. После этого я иду разменять МАК-10 и МП-шку. Это тоже очень важно. Почему? Потому что это фармган, с которого ты на игре будешь играть, скорее всего, часто. Почему? Потому что не всегда бывают байраунд. Если, например, убирать хорошие ганы, такие как Калаш, МК, да, они не всегда в игре, то у тебя выбор остается либо брать дигл, либо брать какие-то там МПшки. Вот, значит, ты берешь и определяешь, что с этой МПшкой я буду играть на игре. И она очень неплохо так ставит. То есть с нее можно реально тренить. И, в принципе, плюс этой МПшки еще в том, и фармганов, что с них можно на ходу вот так вот сжать, тренировать и, в принципе, бегать. То есть просто вот так вот понимать спрей-паттерн, да, понимать, что и как контролировать зажимы, и ты будешь просто вот так вот бегать, стрелять. Поэтому это очень эффективно. Ну, естественно, то же самое с МАК-10. Я просто беру тоже подвижные цели, на низкой ставлю. Иногда можно броню поставить, вот. И точно так же там по 2-3 раза, чтобы просто понять и чувствовать спрей-паттерн именно
не забывать, да, как, то есть, летит у нас спрей на этой пушке, да, но, по сути, его здесь нет. Тут просто одним пальчиком можно законтрить. Ну, это такое маловажное, но если ты будешь это тренить, то ты будешь выше на голову соперников, которые не тренят. Ну что ж, естественно, М40. Честно, условно, вчера, позавчера я тренил М40, то есть я прям заходил и целенаправленно работал над М40. Если, например, со снопы играешь, да, то обязательно сделай старт. Если ты возьмешь М40, то у тебя будут дальние мишени спавниться. Это не очень комфортно и не очень круто. Почему? Потому что здесь, ну, средний, достаточно дистанции, с чего ты можешь отойти. Там уже как-то не очень тренить. Вот, ты берешь, делаешь один килл с пистолета, достаешь М40, либо АВИК, и уже тренируешь. М40 тоже очень часто и круто залетает. Также спокойненько потреньте наводочку. В целом, просто стрейфитесь. То есть, ваша задача слева, право, стрейфиться, наводиться на голову. Лево, право, наводиться на голову. Все, больше от вас ничего не требуется. Ну и после этого я тренирую калаш. Как я тренирую калаш? Уже переходим к более сладенькому. Это вал, калаш. То есть это все по сути одно и то же. И даже эску я тренирую точно так. Я могу поставить просто подвижную цель низкая и без брони. Если я хочу потренировать уже более игровые такие ситуации, то я позже ставлю броню. Первая тренировка обязательно, да, соответственно, просто разминочка. Ты точно так же садишься и точно так же переводишься. Именно на калаше, то есть ты тренируешь зажим. Ты тренируешь зажим, по дальним ты можешь потапать по хэдшотам, да. То есть, в принципе, ты просто разминаешься. А уже на втором круге ты снова запускаешь ботов, и здесь ты уже более в стрейфах. Более стрейфах начинаешь килять ботов. Первый, второй, третий. И очень эффективно, когда ты играешь с калаша, еще и тренировать переводку. Как ты ее тренируешь? Ты зажимаешь по одному боту и, не отпуская зажим, переводишься на второго. Это очень эффективная тренировка. То есть ты зажимаешь по первому, убиваешь второго. То есть зажимаешь по первому, убиваешь второго. Так несколько кругов ты можешь это повторять и тренировать. И также можно делать по троим, то есть максимально быстро зажал по первому, второму, третьему. То есть и вот так вот ты тоже тренируешь переводку в самой игре. И, естественно, не забывай двигаться. Ты стрейфишься, первого убил, второго. Первого, второго. Если не идет второй, тогда чуть-чуть отпусти зажим и попытайся еще раз. Ну и следующее, естественно, это наводка, уже рефлексы. Как я их отрабатываю? На калаше я еще со времен, когда еще не было полигона, в КБшке я делал так. Приседал, давал вантап. Приседал, давал вантап. То есть максимально присед, максимально быстро в голову, то есть навестись. И вот такая задача, если ты ее для себя ставишь, то есть это упражнение, оно тебе в принципе даст быструю переводку и наводку на голову. В игре, естественно, ты не будешь вот так вантапать, да? Но если ты даешь с первой в голову, ну, типа без шансов, то как бы, естественно, ну, ты просто убиваешь его и все, а потом зажимаешь. Поэтому, пацаны, используйте это упражнение. Стоишь, присед, вантап. Стоишь, присед, вантап. Вот, ну, естественно, как обычно, ты тоже можешь потренировать вот так вот с трейфами вантапы, но здесь уже более так рефлекторно по головам давать и переводиться тоже можешь. В принципе, почему бы нет. Ну и после всего этого, естественно, тренируешь эску, эмку и так далее. Точно таким же способом. Но теперь мы тренируем здесь выпады. Как их тренировать? Здесь у нас есть очень крутая штучка, которая будет служить нам перегородкой. Если вы сидите на моих стримах, то я часто так разминаюсь и отрабатываю бики на широком, с правого угла, с левого угла. То есть здесь, конечно, не очень удобно, потому что жопа бота мешает. То есть с левого, с правого. И вот так вот ты оттренировываешь свои пики слева направо. То есть это очень эффективно. И здесь ты уже тоже можешь миксовать. То есть работаем вот так, что с эмкой, что с калашом. Мы пикаем из-за стенки, убиваем двоих, отходим. Пикаем на широком, убиваем двоих, отходим. То же самое с калашом, то же самое с валом. Я очень часто это делаю. Что касаемо левой стенки, здесь тоже правый, ну, справа оружие, здесь наоборот удобнее. То есть ты также выходишь, это рабочий угол, да? Также можешь пиксель убить. То есть также здесь пиксель убить. Ты не знаешь, где противник, в этом суть. Но ты быстро максимально стараешься на него навестись, еще убить двоих, если... То есть ты убиваешь одного, еще второго там условно зацепляешь как-то, да, переводкой, то это вообще будет супер, это вообще будет круто. Вот, поэтому ты пикаешь, убиваешь, пикаешь,
убиваешь, пикаешь, убиваешь. Вот, также можно, да, естественно, включить броню, чтобы более игровая ситуация была. То же самое касается как рифлы, так и, в принципе, ну, рифлы, только прицелы, да, как на СМ-16. Ну что ж, теперь перейдем, да, именно к самим уже прицелкам. Здесь, в принципе, вот еще раз то же самое все, но здесь у нас добавляется зум. То есть здесь мы можем как позумить, то есть максимально быстро, и тоже точно так же статично набивать. Это тоже немаловажную роль играет, потому что на игре обычно, да, либо ты вот так вот халтишь, играешь, то есть убиваешь, либо ты быстро открываешь зум, убиваешь, либо от бедра. От бедра здесь зажим тоже жесткий, тоже надо его тренировать. Это тоже немаловажно, тренируйте, используйте как бы эти фишки. Ну что ж, следующий у нас идет авик. Авик я тренирую тоже по-особенному. Естественно, я начинаю опять подвижное, низкое. И чтобы, да, как бы у меня дальние мишени спавнились, я убиваюсь пистолетом. Первое, это фазумы. Я тренирую фазумы, скип на пушку. Почему? Потому что если ты будешь делать вот такие, то есть быстрые фазумы, то это уже другая тренировка. Вот, для начала я разминаю фазумы. Включил прицел, навелся, убил. Включил прицел, включил прицел, бам, кильнул. Все очень просто. После этого я начинаю тренировать по осям, условно, да, флики. То есть слева направо, бам, бам. Точно так же ты тренируешь еще справа налево. То есть если до этого мы слева направо фликали, да, то есть слева направо, то сейчас справа налево. То есть это тоже эффективно, потому что противники могут выйти как бы и слева, и с правой стороны. Ну, естественно, они могут выйти и сверху, и снизу. Поэтому здесь я отхожу чуть назад и тренирую и снизу флик, и сверху флик. Например, я целюсь на верхнюю, представляю тут мишень, да, условно, либо что-нибудь. Вот здесь я так навожусь и фликую резко вниз. То есть обязательно здесь вот эти флики нужно отработать. Потому что в твоем зуме противник может выскочить в любую минуту, в любой момент. Поэтому если тренируешь эти фликшоты, то, естественно, у тебя будет очень хорошая реакция слева направо, справа налево, с любого угла ты можешь убить. Ну и после этого я уже работаю на скорость. Именно зум фаскоплю, то есть условно, да. То есть я здесь не фазумлю, я вообще не использую кнопку прицела включения. То есть я как сделал, так перевелся сразу на другого. То есть это тоже тренирует такую переводку быструю савика. И при этом можно еще подключить условные фликшоты, фазумы. Вот, и тем самым ты тоже тащит. И тем самым точно так же ты тренируешься. Ну, естественно, как мы без стенки, слева направо мы тоже уходим, пикаем, фликаем. Условно тоже пикаем, фликаем, пикаем, фликаем. И здесь уже можно снизу поставить прицел, сверху поставить прицел и точно так же тренировать. Ну, естественно, это еще не все. На авике можно тренировать в самом скопе. В основном на игре ты используешь свой скоп вот так. То есть ты стоишь, ждешь АФК соперника, и он выходит из-за угла, да? То есть и ты должен его быстро на реакции поймать. Поэтому здесь ты точно так же можешь стоять прицеле, и когда противник выходит, ну, как бы навестись, фликнуть на него, или либо же потихонечку на шифте открывать, и вот открываться, да, и вот так вот делать. Либо ждать, вот как бы здесь выход противника, и, естественно, фликать. Все, то есть все очень просто. Он вот здесь, то есть условно он сейчас выйдет, ты должен на рефлексе сработанном в скопе убить его. Поэтому такая тренировка тоже имеет место быть. Так, ну что ж, я рассказал свои секреты и свою тренировку на ботах, а именно в тренинге. Теперь перейдем к другим режимам. У нас осталась КБшка, у нас остались ДМы и осталась пустая карта. В принципе, сейчас быстренько по ним пройдемся. Let's go. Начнем мы, естественно, с аркады, либо режима против всех. К сожалению, сейчас на главной странице его попросту нет. А именно этих двух режимов. Аркады и, получается, против всех. Естественно, против всех намного лучше, чем аркада. Вот. Поэтому заходишь кастомное лобби, создаешь аркаду. Условно, если у тебя есть друзья, ты зовешь их на эту карту, то есть ставишь вот такие вот настройки, там условно 10 минут, можешь выбрать урон только в голову, то есть only HS аркаду, и естественно убираешь здесь фармганы ненужные, ставишь, например, только калаш, то есть и с друзьями вот так вот играешь. Если условно у тебя нет друзей, тогда ты в принципе можешь зайти на кастомные сервера именно стендофа, то есть зашел в кастомки, и здесь у тебя в принципе есть аркады, условно, да, есть какие-то режимы еще, то есть или ты в принципе можешь вот здесь выбрать как бы режим, который тебе нужен, там вот против всех, например, 8 из 10 ждут, а погнали, я присоединюсь, о, сыграю с ними. Они такие: о, нифига, скилл зашел. Если ты захочешь, ты можешь тренироваться
как бы даже в том режиме, которого, в принципе, сейчас нету именно в онлайне. Поэтому, пацаны, сейчас прямо слетайте и тренируйтесь. Естественно, в этом режиме ты уже тренируешь свою позиционку. А именно, ты отрабатываешь те движения, которые ты будешь делать на карте, распикивая углы и расчекивая их. Очень часто в своем телеграм-канале я тренируюсь с подписчиками, хочу те самые ДМы, либо онли голову, либо юспы и разные виды режимов. Поэтому, если ты хочешь играть со мной, подпишись на мой телеграм, QR-код на экране. Ну и более доступный режим, это, естественно, КБшечка для нас, да? И самая моя любимая карта, Training Outside и Village, в принципе, старайтесь туда хоститься, потому что, ну, другие карты, в основном, они, ну, не очень. То есть, там такие, как бы, ну, как бы просто, ну, реально, не, ну, не очень карты. Вот, в основном на тренинге Outside, да, я захожу, стараюсь, играю в КБшечку. В КБшечке я беру калаш, и здесь уже я отрабатываю с реальными игроками стрельбу. Как я тренируюсь в КБшке? У Данька вообще был отдельный видос, как тренироваться в КБшке. Здесь я просто распикаю, то есть пикаю слева, пикаю направо, то есть я здесь двигаюсь, я здесь не стою, как на ботах. То есть здесь я двигаюсь и играю против реальных игроков. То есть ты сел, условно, либо авик, либо калаш, какой ган хочет, да, потренить. Хоп, тренишь, пикаешь, наводишься максимально быстро, да. Здесь еще есть твои тиммейты, которые тоже воруют твои фраги, да, и тебя убивают с авика. Но не они, конечно, да. Вот, поэтому ты бегаешь по карте, здесь уже более в реальном режиме отталкиваешься, распикиваешь от стенок. То есть здесь ты уже ловишь оппонентов своих, они могут хоть откуда вылезти. То есть это непредсказуемо, да, никак на ботах. Поэтому здесь ты это все тренишь. Несколько КБшек в день, и ты, по сути, тоже свой АИМ и уровень АИМа подтянешь. Что касаемо авика, все то же самое. То есть все виды стрельбы, что на калаше, что на авике, я стараюсь тренировать в КБшке, да. Ну, КБшки, понятно, в принципе, это просто стандартная тренька. Ну и последнее, что я хочу, чтобы вы обратили внимание, это закрытые карты. У меня игрок, например, Данька Сейджер, постоянно тренируется в закрытых картах. Он старается вот так вот заходить. То есть просто хостишь также лобби, условно, да. Берешь себе там бесконечный пули калаша, да, если тебе хочется. Вот, и, естественно, просто залетаешь на пустую карту. Сейчас мы туда тоже зайдем. Здесь ты можешь посмотреть, с какого угла лучше пикнуть. То есть мало кто это делает, но это тоже эффективно. И при АИМе, то есть если, например, ты выходишь с ближнего, то на такую позицию, как Тёмка, то тебя легче убить. Если ты выйдешь с дальнего, тебя труднее убить, потому что, да, соответственно, работают разные углы. Но об этом чуть попозже. Вот, естественно, пацаны, здесь ты на пустой карте уже просто побегай, посмотри разные позиции, как ты будешь отыгрывать, как ты будешь стрейфиться, да, вот этот угол выбивать, вот так, либо так. То есть как ты будешь открываться, как ты будешь распикивать, как ты тут хочешь, например, распрыгнуть, чтобы не стопиться об углы, потому что очень частая ошибка игроков, это, например, бежишь, стопишься об угол какой-то, застреваешь там, и не понимаешь, что происходит. Поэтому ты должен знать здесь все, то есть все ящики на карте, чтобы ты о них не стукался. А если стукался, то понимал, что, типа, условно, там, например, ты слепой, стукнулся, да, ты стал нож, там, пикнул по стенке, понимаешь, что ты у стенки, можешь там пригнуться, то есть ощущал карту, понимал, что, как тут двигаться. Ну, естественно, распикивайся на пустой карте, потихонечку тренируй свой распик, например, заход на Б, да, какие позиции ты расчекиваешь, почеты открываешь. То есть смотри, если условно ты выходишь лонг, то ты будешь открыт под позицию, например, если ты возьмешь так тупо КТ, ты как бы под зик открываешься. Поэтому потенциально ты, тебе здесь лучше расчекать низ, вверх, вверх, вниз, да, условно, после там темку потихонечку расчекнуть карман, да, не забыть чекнуть. Это все приходит именно к тому, что ты отрабатываешь механические действия и запоминаешь, как ты будешь расчекивать потом в дальнейшем на игре разные углы. Поэтому, братан, залетая на пустую карту, тоже отрабатывай, это тоже очень хорошая, эффективная тренировка, просто побегать, ощутить, так сказать, карту, углы, вот, прочувствовать ее и тренить. Ну что ж, киберспортсмены, надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, то обязательно влепите лайкусик, напишите в комментариях свое мнение, делать ли еще крутые гайды и на что, например, на авик, на капитанство, или, например, какие-нибудь тактики рассказать вам крутые. Напиши в комментариях, бро, ну я буду это обязательно ждать. И не забывай, что сейчас я подведу итоги. Итоги прошлого конкурса вы увидите на экране.
этот парниша забирает для себя крутой ножик, потому что он в прошлом видео оставил комментарий и лайк. Если ты хочешь также забрать халявный нож, то просто оставь в комментариях свой ID от Sendoff 2, напиши что-нибудь хорошее про видос, например, он мне понравился, я что-нибудь подчеркнул от себя новое, чтобы я понимал, что я действительно полезную инфу вам рассказываю. Ну, естественно, друзья, не забывайте пересматривать видео, советовать его своим друзьям, ну и, в принципе, просто распространять. Ну и, конечно же, смотрите вот эти вот предыдущие видеоролики на канале. Ну, а с вами был я, Скилл. Всем удачи и всем... Нет, мы не прощаемся, увидимся в новых видео. До скорого, друзья!